Конкурс «Каламым» среди рецитаторов, художников и поэтов, организованный Управлением культуры, развития языков и архивного отдела области Абай, прошел в Семее. В мероприятии, посвященном творчеству Таныштықбека Абдикакимулы, приняли участие школьники и студенты из разных районов нашей области. Таныштықбек Абдикакимулы – поэт, имеющий свой почерк казахской поэзии. Областной конкурс среди рецитаторов, художников и поэтов «Каламым», посвященный его творчеству, проходил в два этапа. На первом этапе участники читали стихи поэта, а на втором этапе пытались изобразить смысл этих стихотворений в картинах. В художественном конкурсе приняли участие более 30 юных талантов в возрасте от 16 до 21 года. В состав жюри вошли Ахберген Эльгизек, лауреат молодежной премии «Дарын», Шахангуль Жанаева, жена поэта, Мерей Харт, председатель отделения Союза писателей Казахстана по области Абай. В библиотеке имени Абая проходят поэтические чтения областного уровня и конкурс художников, посвященный творчеству Таныштықбека Абдикакимулы, лауреата Государственной премии Республика Казахстан, гордости нашего региона. Все мы знаем Таныштықбека, поэта, автора многих сборников стихов. Целью мероприятия является популяризация его творчества, обеспечение патриотического национального воспитания подростков через его стихи. Участники читали стихи поэта и соревновались друг с другом в художественном искусстве. Зрители остались довольны подготовкой и выразительным выступлением участников. Конкурс произвел на них незабываемое впечатление. Я прочитала и ознакомилась со многими стихами Таныштықбека Абдикакимулы. Среди них был 1-2 стихотворения, которые мне очень понравились. Мне было очень сложно запомнить и понять смысл стихов, но удалось выучить легкий стих «Аялдама». Желаю всем и себе удачи. Я прочла все стихи, но мне было трудно понять смысл. Большинство рифм немного не совпадают, но я все выучила. Желаю успеха своим оппонентам, удачи, себе победы. Все подготовились хорошо, я думаю, они заслуживают награды. По итогам конкурса Еркежан Жумадилова была признана лучшей в декламации стихов поэта. Дильнас Кульжабек стала обладательницей первого места. Айша Хайрбек завоевала второе место. Третье место досталось Айшагуль Аскергазиновой. Главный приз в художественном этапе завоевала Мадина Бауржанхызы. Первое место осталось за Сагадат Абдыкаримовой. Второе место – Анель Советбекова. Третье место – Балнур Ерзатова. Победители были награждены денежными призами и дипломами. Ботагөз Дандыбаева, Василий Айдар, Аслан Нефтеспаев, Нурлан Орзалин. Телеканал «Семей».